Міжнародний день захисту лісів навчимося створювати міні-лісову екосистему вдома. За кілька хвилин про це поговоримо з гостею студії. Залишайтеся з нами. Як я анонсував вам, дорогі друзі, до нашої студії завітала флорист Тетяна Григорієва, з якою будемо створювати сьогодні флораріуми і, звичайно ж, будемо створювати, як я сподіваюся, ліс. Доброе утро вам. Доброе утро. І так, я смотрю, що є у нас вже готові варіанти, їх ми можемо теж прокоментувати, ну і, відповідно, будемо створювати щось іще. Да, ми спробуємо створити міні-ліс, це більше як садовий варіант, а ми спробуємо зробити ліс, тобто такий, який зможе зробити практично кожен, не сильно складний, пару рослин, ну, все одно. А если говорить об этой усадьбе, скажем так, которая уже есть, какие здесь цветы используются и, соответственно, каким образом все это растет? Там грунт, я так понимаю, есть? Да, конечно, там грунт, специальный грунт для растений. Растения довольно-таки простые, их можно купить практически во всех цветочных магазинах при желании. Вот. Ну, самое главное – любовь. То есть любовь и, скажем так, творческий, и правильный уход. Творческий подход, да, и желательно не забывать. То есть следить, ухаживать. Довольно-таки интересно наблюдать, как оно все растет, подрезать, поливать. Я понял, то есть для любителей миниатюр, скажем так. Теперь для любителей миниатюр, для тех, кто не может в связи с своей занятостью поехать в лес, будем создавать лес дома. Что нам для этого нужно? Для этого нам нужно растения, прежде всего, ну и кусочки природы. Такие хорошие кусочки можно этим кусочком прибить. Ну, какие цели вы преследуете? Довольно-таки обычные ингредиенты, то есть камушки. Принцип посадки флорариумов, самое главное, дренаж. То есть, чтобы жидкость могла куда-то стекать. Далее идет мох сфагнум, тоже продается в флористических магазинах. Вещь важная, забирает лишнюю влагу. То есть, она поглощает ее, а потом постепенно отдает. То есть, благодаря этому можно брать, например, сосуд, который без отверстий. Без отверстий. Далее уголь. Уголь нужен для того, чтобы... Уголь какой? Древесный уголь. Я понял. Тоже обыкновенный. Уголь позволяет не закисать почву и работает довольно-таки неплохим удобрением для растений. Я смотрю, что его в соотношении не особо много. Да, его не особо много, он то, что нужно, он сделает. И теперь основное это грунт. Да, грунт. Грунт с какими-то добавками, потому что он какие-то такие белые. В данном случае у нас суккуленты. Тут идут грунт для суккулентов. Уже все готово, оно сразу продается. Так, растение. Основное растение какое-то, которое будет имитировать лес. В данном случае это красуа. Растение денежное дерево в народе. Все, я спокоен. Я правильно его идентифицировал. Да, 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 да. Так, есть. Не очень видно сзади. Так, оно. Далее. Идет тоже небольшие суккуленты. Это тоже вид красуа. Красула хоббит. Ну, я так понимаю, что все растения, которые любят влагу, очень. Это не очень любят влагу. Нет? И полив потом осуществляется примерно раз в месяц. Даже так? Да. Я вам покажу принцип. Вообще-то, конечно, желательно очень хорошенько утрамбовать, чтобы не было никаких воздушных ям. Утрамбовываем и засыпаем абсолютно полностью, покрывая всю поверхность этого сосуда. Корневая система должна быть хорошенько закопана. Только корневую, да? Да, да. Но я смотрю, что этот большой цветок, он живет, по сути, своей жизнью, потому что у него свое отдельное пространство. А, кстати, если высаживать вот как этот вариант, где у нас вот усадьба, вместе с уже с горшочком, тоже это возможно? Здесь просто, тут не совсем горшочек, тут так оно приподнято, имитируя садовое дерево. Горшочек здесь не нужен. Просто каждое растение хорошенько утрамбовывается, хорошенько присыпается землей. Принцип тот, что вы высадили растение хорошенько, а дальше вы уже декорируете, имитируя лес. Либо так, что-то убираем остатки. Да, я беру остатки, немножко понавожу красоту. Теперь уже пошел марафет. Да, дальше пошел марафет, тут уже можно подойти к творчески, к этому процессу и... как ваша фантазия позволяет. Песок, если что-то... вообще говорить о флорариумах, насколько часто николаевцы пользуются, заказывают и вообще вот себе такую красоту, либо на подарок, возможно? Статистику я вам вряд ли скажу. Николаев у нас город, в принципе, небольшой, но любители у нас есть. Люди, которые
важно, когда отдаются работы в руки, самое важное, чтобы человек понимал, что он приобретает. Просто бывает так часто, ой, красиво, относится как к букету, поставили и забыли. Это очень нехорошо, я стараюсь, честно говоря, сразу предупреждать, что так не получится. То есть на него хотя бы нужно смотреть, и видеть, как оно растет, наблюдать. Хотя бы какой-то минимальный полив. Ну, хотя бы, да, минимальный полив. Сильно тоже, конечно, не нужно перерывать, потому что бывают такие ситуации, что все почему-то думают, что растения умирают от жажды, нужно налить как можно больше воды, чтобы там получился аквариум. Это тоже нехорошо. Ну да, тем более, что сосуд так... Надо любить и чувствовать. Вот. Так и просят создать аквариум. Так, есть. Да. Песок мы взяли уже, использовали. Да. Опять-таки почищаем. Что еще мы добавляем? Мы сделаем вроде как лесной домик. Для этого нам нужен непосредственно домик. Мы его разместим где-либо под... Между прочим, друзья, как видите, все очень быстро происходит. Ну, я стараюсь быстро, я, честно говоря, не очень. Я очень педантично к этому, конечно, отношусь. Сейчас просто хочу поскорее. Крупные какие-то камушки. Показать, как это схематически да, можно это сделать. Да, как это вообще можно сделать. Дома можно к этому подойти более аккуратно, конечно же. Так, парочку. И еще. Еще декор. Это что? Это камешки гравий. Присыпали домик, сделали такую вот хижину лесника. Хижина лесника. Вот очень для леса, если хотите создать дома кусочек леса, очень здоровская вещь – кора. Кора тоже продается в логистическом магазине, в нее высаживают орхидеи. То есть покупаете готовое, положили буквально пару штучек, и вот она. А все остальное используете для орхидей? Ну да, тоже. Так, есть. Практически готово. Последние штрихи, насколько я понимаю. Готово. Ну, штрихи еще. И тоже очень здоровская вещь, вот это стабилизированный ягель. Настоящий мох, который заменен соками, глицерином. То есть он вроде как жив, но уже не растет. Вот, смотрится очень интересно. Ему вода не нужна? Нет, ему вода не нужна, выполняет просто функцию декора, но на ощупь настоящий, да. Вообще обалденная очень вещь. Крутая штука, на самом очень деле, очень красиво, друзья. Смотрится. Даже там... Непередаваемо, если честно, я бы не перепутал, точнее перепутал бы с живым. Очень. Стопроцентно. Даже иголочки маленькие. Так, есть, мы его тоже... Мы им создаем окончательность. В общей сложности, опять-таки, прикрываем... Да, прикрываем погрешности, что мы там немножко некрасиво сделали. Мох все скроет. Есть. И... И, да, и полить, конечно же. Полив. Есть. Полив у нас по-особенному. Полив у нас по-особенному, чтобы не перелить, и... не перелить воды, и чтобы не размыть композицию. Если мы просто будем лить напором, то оно может все перемешаться у нас. А так вы поливаете точечно, желательно под корень каждого растения, и после создания композиции проливаем, чтобы оно хорошенько у нас утрамбовалось. И стало на свои места. Потом оно подсохнет, и будет все отлично. Да. А как ориентироваться на то, чтобы внизу должна быть вода как бы оставаться или нет? При поливе немножко может... Буквально сантиметр. То есть ощущается, что там есть влага, да? Да, потом она собственно, впитает себя, славно впитает воду, корешки заберут в себя оставшуюся. Вот так, друзья, действительно буквально за несколько минут у вас есть возможность создать лес у себя дома, вот такую миниатюрную экосистему, порадовать не только себя, но и всех своих родных и близких. Мы видим, результат готов. Если честно, хвала мастеру, потому что все очень быстро сделано. Очень быстро хотела показать принцип донести. Конечно, тут можно подойти более творческие дорожки маленькие, как здесь, допустим, маленькие дорожки, маленький прудик, маленькие стульчики, мостик. Ну, опять-таки, все эти элементы декора, скажем так, можно приобрести? Не все. Это мы делаем сами, создаем вручную. Если постараться, можно найти что-либо. Было бы желание и фантазия. Руки помогут, и фантазия тоже. Ну что ж, друзья, вот так. Все элементарно, все просто. Спасибо вам большое за то, что сегодня к нам пришли. Сохраняем лес и сохраняем его так, что создаем его еще и дома. Не забываем поливать, самое главное. И нагадую еще раз, что у нас сегодня в гостях была флорист Тетяна Григорьева. Дякуємо вам за те, що завітали до студії. Показала, як створюється флораріум. Отож, друзі, робіть і створюйте фантазію. Фантазію вам в руки, як би не звучало це дивно.